В первую субботу месяца чистоты в Щелкове сотрудники администрации и муниципальных учреждений вышли на субботник. Всего 460 человек. Настрой на чистоту, перчатки и мешки – все, что понадобилось, чтобы преобразить участки, которые после зимы нуждаются в особенном внимании. Порядок навели вблизи железнодорожных станций и на территориях муниципальных учреждений. Общими усилиями собрали 798 мешков мусора. Всех горожан приглашают принять участие в общегородском субботнике, который состоится уже 20 апреля.